दन्ते निधाय तिनकं पदयोर्निपत्यो काकुशात एतदहं बभ्रमि हे साधवो सकलमेव विहाय दूरा चैतन्यचन्द्रचरणे कुरुतानुरागम् चैतन्यचन्द्रचरणे कुरुतानुरागम् दन्ते निधाय तिनकं पदयोर्निपत्यो काकुशात् एतदहं बभ्रमि हे साधवो सकलमेव विहाय दुरा चैतन्यचन्द्रचरणे कुरुतानुरागम् चैतन्यचन्द्रचरणे कुरुतानुरागम् श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद टोल्ड If the whole world going against me, still I am not going to change my Siddhanta. Gauriya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta. Gauriya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta, Sarasvati Госвами Thakur Prabhupada сказал, что если весь мир он обернется против меня, то все же я не изменю мою сиддханту, я буду все же говорить об этой абсолютной истине, находясь под сенью лотосных стоп моего Гурупад Падмы. Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такура Прабхупад сказал, что те, кто не находится на нейтральном уровне, кто у кого есть какой-то корыстный интерес, и те, кто не полностью предались лотосным стопам Садгуру, они не могут говорить об этой абсолютной истине, это невозможно до тех пор, пока дживатма, душа, она полностью не предастся без остатка лотосным стопам Садгуру, истинного Гуру, то до тех пор она не может говорить об абсолютной истине, это невозможно. Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад, вы можете помнить, вот я говорил в предыдущий раз о качествах истинного проповедника, то, что Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад говорит, что Прабхудананда Сарасвати Пад, он лучший из Парамахамс, но внешне можно найти, что он находится, он принял саньяс, он находится в ордене саньясы, но он Парамахамс, он в то же самое время находится в наивысшем, он занимает наивысшее положение, несмотря на то, что он находится в ордене саньясы. И также наша Гурвага, они все Парамахамсы. И когда Шрила Прабхупад, он принял саньяс, то под руководством Рамануджачари, то есть он подобно Рамануджачари принял саньяс от фотографии своего Гурудева Гуркишвардас Бабаджи Махараджа. В то время Ганга протекала по другому руслу, и вот по дороге, когда он шел принять омовение в Ганге, то какие-то преданные шли с ним вместе, и Шрила Прабхупада обсуждал с ними Наротама Саньясу и Дхира Саньясу. На самом деле, если я буду говорить об этом, это, я думаю, что это очень хорошо, если я буду обсуждать эту тему. Так или иначе, мы вынуждены подойти к ней. Что значит Наротама Саньяса? Наротама Саньяса значит, что те, кто ведут жизнь домохозяева совершенным образом, и так или иначе, и также те, кто то есть суть вот Махараш говорит о том, что если человек не женат, это еще далеко не значит, что он брахмачари, поскольку
Если нас сравнивать, ну если сравнивать таких неженатых людей, которые заявляют о себе как о брахмачари, это глупо. Это может, в сравнении с ними животные, которые живут в зоопарке, они больше брахмачари, чем такие неженатые люди. Но так или иначе, женатые и неженатые, они живут своей материальной жизнью. И по милости Верховного Господа, если они почувствуют, и вот так или иначе, если они разовьют отречение, как подобно тому, как Триданди Саньяс, жизнь которого описывается в Шримад Бхагаватам, Шрила Прабхупада цитирует это. И вот этот вид саньяс, он Наротама саньяс называется. Но также одно из главных, главных обязанностей саньяси – это проповедь. Но так или иначе, вот в случае с Триданди Бикшу он потерял все в своей материальной жизни, ему надоело. И он не знал дальше, что делать, что не делать, поскольку все пропало. Он хотел, он занимался бизнесом до этого, но так или иначе, он потерял все свое богатство, напали на него разбойники, потом с его семейные эти, члены семьи тоже ограбили его, еще царь пришел, забрал остаток в виде налогов. И так или иначе, он очутился в таком положении, что он не знал, что делать. И тем временем, по милости Верховного Господа, он, в его сердце развилась непривязанность. Он молился, плакал, и внезапно внутри его сердца он почувствовал, что это хорошо для меня, поскольку я так много страдал в своей материальной жизни, и сейчас мне уже практически 60 лет. So long I am running in this material world. И вот так много я живу в этом материальном мире, но я никогда не чувствовал такой непривязанности, как сейчас. И я думаю, что это произошло по милости Верховного Господа. Я попал в такое положение, и, несомненно, это милость Верховного Господа. И вот то, что все мое богатство, оно пропало, я потерял свою, моя семья отказалась от меня, это хорошо для меня. И я хочу разорвать все мои материальные связи и освободиться от них, стать свободным, подобно птице. И вот он принял такое решение, он был очень доволен этим. И что сейчас делать? И вот он решил принять саньясу. И всю остаток всей своей жизни он решил посвятить служению Верховному Господу. И I like to serve the Supreme Lord anyway. Let me see. Then actually, he took sannyas. И вот он принял саньясу, он принял решение, что он должен поддерживать свою саньясу и служить Верховному Господу. И каково же настоящее значение саньясы? На самом деле, когда Шри Чайтанья Махапрабху, он принял саньясу, то после того, как он принял саньяс, Махапрабху внешне выглядело как будто что он поменял свое поведение и Мукунду севай хай сансатарам. Пабху кахе. Тиранду бикху actually took resolution to, you know, follow Триданди Саньяс. И вот этот Триданди Бикшу, он принял решение следовать Триданди Саньяс, остаток своей жизни. Саньяс грохане хай сансат тяран. Мукунду севам брато койло нирдхаран. Пабху кахе, киган мукунду севам брато койло нирдхаран.
И вот он принял решение служить Верховному Господу. И это наивысшая цель саньяса – это служить Верховному Господу Мукунде. И вот такая саньяса, я имею в виду, это саньяса, которая принята этим Триданди Бикшу, она зовется народом саньясы. А что такое дир саньяса? Дир саньяса это то, что после... Что, возможно, из-за своих предыдущих самскар, такой человек, он видит нестабильность материальной жизни, у него естественным образом развивается отречение, он осознает, что в этом мире у него нет связи ни с кем. Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад говорил, что в начале всего нужно развить нашу самбандха гьяну, наше знание о наших вечных взаимоотношениях с Верховным Господом. И вот Шрила Прабхупад практически везде всегда говорил о самбандха гьяне и Махапрабху также, поскольку без самбандха гьяны, если мы не развили самбандха гьяну, то все остальное бесполезно. И поэтому Шрила Прабхупад он снова и снова он говорил об этой самбандха гьяне. И сейчас and anybody according to previous sanskar gradually developing detachment inside. И вот если кто-то из-за своих предыдущих самскар, его отреченность, она развивается сама в его сердце, и после этого через какое-то время такой человек чувствует, что ему надоело уже жить в этом материальном мире, для него это уже тяжело, и тогда автоматически он... То есть такая отреченность, непривязанность автоматически развивается. Вот, подобно тому, как Шукадев Госвами, он уже был, как сказать, рожденный, готовый саньяси. Хотя он только что родился, но он уже был саньяси. И почему большинство из нашей гурварги, они все приняли саньясу? Почему? Поскольку они хотели выразить почтение Шри Чайтанья Махапрабху Парадпа Ракхилешвару, поскольку он сам специально принял саньясу. Почему? Поскольку это было умонастроение Шри Чайтанья Махапрабху, что он, хотя он Верховный Господь, но все же я должен действовать как саньяси, как бхакта, как преданный. И вся Чайтанья Лила, если вы будете изучать Чайтанья Бхагавату и Чайтанья Чайтамриту, вы найдете, что... Что Махапрабху, он иногда... являл себя как Верховный Господь, но это было редко. В основном он вел себя как преданный. Как в доме Шивасы, например, когда ему совершали абхишек, он сидел на Вьясасане, он явил себя как Верховный Господь. Но это было достаточно редко, и все остальное время Махапрабху, он вел себя как преданный, как совершенно преданный. Иногда он вот, перед Нитянандой, например, Сарвабхаума Бхаттачарья, он являл свою шестирукую форму, а иногда... Точнее, иногда он являл свою форму Верховного Господа, но все остальное время он вел себя как преданный. А почему же он принял саньясу? Махапрабху сам сказал.
Махапрабху, он сказал, что толку принимать саньяс. Он плакал и говорил, что, что толку, что он принял саньяса. Что мне нужна только према. Ну, это он говорил только для того, чтобы доказать, что према – это наша наивысшая цель. И вот на прошлый раз я говорил о вирахататве. Если вы хотите развить непривязанность, вы не сможете стать успешными. Вы можете пытаться как практиковать это отреченность, непривязанность, но наша практика должна быть под руководством чистого преданного, у которого уже не привязан, и у него есть чувство вирахи, чувство разлуки. Я в прошлый раз говорил, что если у нас нет чувства разлуки с нашей Гуру Вагой, Шрила Прабхупада, Шрила Бхактивин Такуром, нашим Гурудевам, то как подобно тому, как Нарутам Такур, он, чувствуя сильную боль разлуки с с Верховным Господом, он сочинил такие киртаны, но перед тем, как написать эти киртаны, он плакал, он проливал много слез Нарутам Такур перед тем, как написать эти киртаны. То есть его киртаны, они описывают его чувства, это не какие-то шутки. И когда какой-то преданный из Гаудиматха, он отправился на тот берег, на другой берег реки и пел этот киртан перед Вамши Дас Бабаджи Махараджем. И вот Вамши Дас Бабаджи Махарадж сказал, что ты только поешь красиво, но ты не можешь чувствовать то чувство, настроение Нарутама Такура. И вот Вамши Дас Бабаджи Махарадж, он говорил на бангладешском, на бенгальском наречии, которое используется в Даке, в Восточном Бенгале. И вот он сказал тому преданному, что ты только поешь, но не имеешь чувства этого. Поскольку если бы у тебя было это чувство, которое описывается в этом киртане, ты бы умер. Поскольку народ там так, он с таким чувством поет, что он не в силах больше жить в разлуке с Господом. Я хочу броситься в огонь. Но какое же наше состояние людей, которые живут в этом материальном мире, что иногда мы хотим принять саньясу. Иногда мы хотим принять какой-то обет брахмачари-врату, например, или еще что-то. Но после этого мы видим, что кто-то принял саньясу или брахмачари, но они совсем не готовы следовать учению Шри Чайтаньи Махапрабху. Они делают что-то противоположное, либо вообще не следуют. И тогда this is the condition. With what kind of mood you took sannyas? With what kind of mood you took sannyas? Why? И вот нужно спросить таких людей, зачем они приняли саньясу, какова причина? И причина в том, что you like to get lost in Krishna prema. You are coming out of your home, running out from home, in search of Krishna. Follow. In search of Krishna, to search where is Krishna? Зачем мы вообще пришли в Гаудиматхи и вообще зачем мы следуем духовному пути? Мы оставили свои дома для того, чтобы найти Кришну, чтобы достичь Кришны. Подобно тому, как гопи, они все оставили свои дома, они отправились на поиск Шри Кришны. И в Бхагаватам
описывается, что в тот день, когда вы сможете почувствовать это, что подобно тому, как гопи, они плачут и ищут Кришну. И также в Бхагаватам говорится, что Шукадев Госвами говорит, что подобно тому, как гопи, они ищут Кришну и вызывают к его именам. И также, когда мы, захотим оставить нашу материальную жизнь, то вначале такие люди, то есть так, иногда случается, что люди, которые пришли на духовный путь в поисках Кришны, они принимают саньясу или брамачарию и впоследствии забывают, ради чего они приняли саньясу и брамачарию, и находятся в поисках денег, богатства, общения с противоположным полом или еще чего-нибудь. Но это одно из препятствий на пути, на духовном пути, поскольку мы пришли на духовный путь для поиска, для того, чтобы достичь Шри Кришны, но иногда так случается, что многие отклоняются от этой изначальной цели. Come out of material life in search of Krishna. At the same time, sannyas mean is one kind of preaching move because sannyas mean who is self-practicing. И одно из других значений саньяс – это проповедь своим собственным примером. Actually, when some devotee went that side of river Ganga, he wanted to. Махараш продолжает, когда кто-то отправился на поклоны к Вамши Вадас Бабаджи Махараджу и спел киртан перед ним, то Бабаджи Махарадж только посмеялся и сказал, что вы только говорите, поете, но чувства у вас нету, о котором повествует этот киртан, поскольку если бы было бы у вас это чувство, вы бы не смогли жить дальше. Full detachment. Sannyas means full detachment. Sannyas значит это полная непривязанность. Однажды Парампуджападши Лакешава Госвами Махарадж сказал, что однажды я пошел предложить свой поклон Вамши Вадас Бабаджи Махараджу. Я смотрю поздней ночью, он поет и жарит баклажаны. In a pan, frying brinjal with oil, everything. There is no spoon, nothing with hand. А у него не было как бы никаких этих ложек или вообще. У него была только сковородка и эти баклажаны. Он их так жарил, просто переворачивая руками. И вот Кешава Госвами Махарадж удивился и сказал, что вот даже ложек нет, их переворачивать. И Бабаджи Махарадж ответил, что. So much belief, strong belief in Gaur Nityananda. Бабаджи Махарадж ответил, что я как бы, если Гора Нитай, они не дали мне ложки, то я ей и не пользуюсь. У него была такая сильная вера в Гора Нитянанду. То есть он, если что-то там не приходило к нему сам, он к этому, как сказать, не искал этого. Abhyasena, Tukyantya, Vairagyana, Chagriyat, this is also procedure. But actually, point is that if you have the chance to get the association of a pure yogi, и вот если у нас есть возможность получить общение с чистыми преданными, у которых есть чувство разлуки, вирахи, это она подобна заразной болезни. И если и так, общаясь с такими преданными, в вашем сердце тоже развивается непривязанность, а это непривязанность настоящая. Отреченность может развиться только от того, что у нас есть чувство разлуки. Но према гандхасти дарапи ме хару, татапи крандами
Шоубхагварам пракасетум джадбанши вирасанана локанам вина прана патангагано бивадми битха. Бивадми мане? I like to maintain my body and mind. What use? Chaitanya Mahaprabhu speaking. И вот Чайтанья Махапрабху говорит. If you are not successful, actually my crying is not 100% perfect. I am crying to show that I am at least lucky. I am trying this much. Actually, I have no love for Krishna. What to speak about love? I have no smell of love. I have no smell of love for Krishna. Still, I am crying. И вот Махапрабху говорит, что несмотря на то, что мне нету ни капли любви к Кришне, но все же я плачу. Из-за... То есть, может, у меня нет такой настоящей разлуки, Махапрабху говорит о себе, но все же я плачу, поскольку какое-то чувство все же есть. И вот суть в том, что если у нас есть вираха, чувство разлуки с Верховным Господом, с Гурудевом, с нашей Гуру Варгой, то благодаря этому чувству из-за него развивается настоящая непривязанность. И вот Прабхудананда Сарасвати Патани, он наша Гуру Варга, и будьте уверены, они все парамахамсы, но все же они приняли Тридандия Саньясу. И Шрила Прабхупад говорит, что лучшие из парамахамс. Лучшие из парамахамс. Catching straw in tea. Catching straw in tea and falling down, rolling down on ground. И вот он, зажав травинку в зубах, он молится всем преданным. Он вот эти, он произносит эти слова. Чайтанна чанда чарани курутанурагам. Чайтанна чанда чарани курутанурагам. Why you are running? Люди, идущие по духовному пути, почему вы стремитесь к деньгам, каким-то удобствам, каким-то богатствам? Лучше вы оставьте ваши усилия, эти усилия обречены на провал, а обратите ваше внимание на лотос стопы Гуранги Махапрабху. Вот в Рай Рамананда Самвати Махапрабху и Рамананда Рай, они говорят. И вот они говорят о том, Махапрабху говорит о том, что Кришна, он очень милостив. Что Кришна, он всегда хочет спасти нас, спасти меня из этих оков материального мира, но я не чувствую этой огромной милости, которая снисходит от Кришны. Я настолько глуп, что не могу видеть все его милости. Кто-то приходит на духовный путь, но препятствия возникают в виде денег, богатства, противоположного пола. И Махапрабху говорит, «Эй, мурхо, ами бигго, эре вишай кено диво, сачаран амрито дия вишай гулайво». Бенгали, Чайтанья Чаритамрита. И вот Чайтанья Чаритамрита говорятся такие слова. Махапрабху говорит, что Кришна, он настолько милостив, что иногда какой-то глупый человек, он просит у Кришны денег, положение в обществе, уважение и прочего, но Кришна говорит, что он очень глуп. Он хочет получить какие-то обычные дешевые вещи от меня. И он глуп, поскольку а я пандит. То есть из-за того, что он недостаточно разумен, не видит последствий от этих материальных вещей.
И Кришна говорит, почему же я должен давать эти какие-то дешевые материальные вещи этому человеку? Может быть, он глуп и просит их. И я могу даровать ему амриту, нектар с моих лотосных стоп. То есть, если у Кришны кто-то просит какие-то материальные вещи, то Кришна, видя глупость такого человека, Кришна может дать нектар со своих лотосных стоп. If I give forcefully like Sanatan, Sanatan paradukha duki, he's speaking, hey, drink, amrita, no, hey, take, Sanatan is saying, amrita, after taking one or two times, so nice, give more. So Sanatan Goswami, paradukha duki, you know. И вот Чайтанья Махапрабху говорит таким образом, что он настолько глуп, что хочет получить какие-то материальные вещи от меня, но это они подобны препятствиям. И лучше я дам ему амриту, и если он... И если он примет эту амриту, он забудет о всех других материальных вещах. И как же мы можем надеяться совершать Кришна Бхаджан совершенным образом, если наш ум, он занят думами о каких-то материальных вещах? И те, кто привязаны, те, кто чувствует притяжение к материи, для них Кришна Бхаджан практически невозможен. Конечно, они могут пытаться что-то сделать, но это не факт, что приведет к успеху. И также мы должны звать Кришну, поскольку нет другого пути. Наша наивысшая, наивысшая надежда — это Кришна. Конечно, если у нас есть какие-то привязанности материальные, но все же, несмотря на это, мы должны продолжать совершать Кришна Бхаджан. И вот в Бхагаватам говорится, что хоть чувствуете привязанность, но все же вы должны совершать Кришна Бхаджан, пытаться снова и снова. Не оставляйте Кришна Бхаджан. И это наша обязанность под руководством Шрилы Прабхупады Бхактивинода Такура, нашей Гурваги, поскольку Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад говорит, те обычные люди, живущие в этом материальном мире, что если вы из Гауди Матха, то будьте готовы. Будьте готовы пролить тысячи и тысячи литров крови для спасения этих обусловленных душ. Если вы из Гауди Матха, то это обязанность каждого участника Гауди Матха, что они должны быть готовы пролить литры крови для спасения людей, для спасения тех, кто тонет в материальном океане. И тогда можно сказать, что мы по-настоящему участники Гауди Матха, иначе нет. Шрила Прабхупада говорит об этом, и поэтому не гневайтесь, а пытайтесь, если вы пытаетесь кого-то спасти, но эти люди, как сказать, не хотят, но не гневайтесь на них. И Шрила Прабхупада говорит, смотрите, лучший из примеров, который дал нам Прабхупада Сарасвати Пад, он говорит, зажав травинку в зубах. It is my prayer only request to you. И это моя молитва вашим, молитва вам, что
Оставьте материальные привязанности и примите прибежище у лотосных стоп Чайтанья Махапрабху. Don't become, then you can fall down. Don't become angry. All the time keep hope. И мы должны иметь великую надежду, что we are actually like pure, и вот Шрила Прабхупад, он говорит, что мы подобны почтальонам, которые распространяют письма по разным адресам, и обязанность почтальона собрать все письма и разнести от дома к дому. Но тот человек, который получит это письмо от нас, если он откроет это письмо и увидит, что новость очень плохая или хорошая, он не должен винить в этом почтальона, поскольку почтальон, он не несет ответственности за содержание писем. Если он отправил кто-то письмо с плохой новостью, то это как бы ваши проблемы, а не почтальона, которая просто доносит до вас. И вот Шрила Прабхупад говорит, что мы участники Гаудия Матха, мы подобно почтальонам, то послание, которое исходит из Гурварги, от нашей Гурварги, мы должны также в таком же неизменном виде донести его до всех остальных, и у нас нет права ничего изменять в нем. Мы должны говорить это так, как мы услышали. Мы должны донести это послание до всех остальных, ничего не изменяя в нем. И также мы должны показывать это своим примером. И вот я сейчас пришел к важному. То, что Шри Чайтанья Махапрабху говорит, смотрите, Прабхудананда Сарасвати Пад, он молится, и наша обязанность также доносить это послание до обычных людей. И вот Рагхунатха Госвами, он плачет. Он вот произнося эти слова со слезами на глазах, Махарадж, в дальнейшем объясни значение этой шлоки. Адуданам стринам дантей ридам жаче пунаха пунаха симад рупа падам бхуджа дхули свам джанма. И вот рождение за рождением, что наша единственная надежда, единственное желание стать пылинкой на лотосных стоп Рупы и Санатаны, это моя просьба. И если у нас есть такое желание, мы не должны терять наше терпение. Все обусловленные души, которые находятся вокруг вас, если вы подобно им потеряете ваше терпение, то это будет вся наша система, которая она будет разрушена. То, что я хочу донести до вас. Пытайтесь понять. И вот Шрила Прабхупад говорит: о, Гурварга, вы... То есть он говорит своим ученикам, которые, видимо, идут на проповедь, и у меня есть просьба к вам. И вот Шрила Прабхупад говорит, перед тем, как отправить преданных на проповедь, он говорит: о, мои друзья, у меня есть просьба к вам. What kind of request? И какая же просьба, Шрила Прабхупад говорит. Кришна Варнам Тиша Кришнам Санга Пангасту Паршадам Джагвайр. This shloka nice? No, I am not going to discuss this shloka.
But what Prabhupada wants to speak, I like to speak this thing. I can discuss at the time about Prabhupada. Actually, и вот на самом деле эта шлока, что она значит? What do you mean? Krishna varnam tisha krishnam sanga panga sanga sanga means sanskriti sa anga sanga на санскрите состоит из двух слов са с вместе анга. Если вы понимаете санскрит, значение этого слова са значит вместе, анга какая-то часть тела или вообще чего-то часть. А что хотел сказать этим Шрила Прабхупад? И вот Шрила Прабхупад говорит, санга значит, о, мои друзья, будьте внимательны. Санга значит, all this and bani of Gauranga Mahaprabhu is identical with the feature of Kaitanya. Все наставления, все слова Гуранги Махапрабху, они не отличны от его качеств. Я много раз говорил об этом, но некоторые забыли, что в трансцендентном мире, если вы что-то произнесете, что-то скажете, то есть там имя не отлично от того, кого обозначают этим именем, подобно тому, как Мадхавенда Пурипад, когда он произносит слово «Вриндаван», то с этим словом «Вриндаван» он сам присутствует там, или если он произносит имя Матхуранат, как и Кришны, Вриндавана Чандра Кришны, то Кришна он присутствует в этих звуках. One kind of viraha. Now you gone to Mathura. Now you are Mathurana. We lose you. Actually, Madhavendra Puripad not вот going to Madhavendra Puripad think about Mathurana. Он only this viraha tattva to project, to speak this viraha tattva feeling. He is speaking. Now you are Mathurana. You gone to Mathura. Actually, Madhavendra Puripad never want to. Он зовет Кришну Мадхуранатхам только из-за того, что чувствует разлуку с ним, поскольку Кришна ушел в Мадхуру. А наш Кришна — это Вриндавана Чандра Кришна. И вот и что хотел сказать Шрила Прабхупад, что перед тем, как идти на проповедь, перед тем, как послать посланников, и Шрила Прабхупад, он собрал их всех и говорит, что у меня есть просьба к вам, что... И вот он объясняет сванга. Санга значит... Вот он говорит, что в... В материальном мире мы не можем понять, но в духовном читании Вани они не отличны от самого читания Махапрабху. А в этом мире мы не можем понять, как это возможно. Это находится за пределами человеческого понимания. А в трансцендентном мире это так. То есть там имя не отлично от того, кого именуют этим именем. В этом мире есть различия между объектом и названием или именем этого объекта. Они есть разница. И это промежуток, эта разница, она зовется майя. Но в том трансцендентном мире все возможно. Понимаете? И вот Шрила Прабхупад говорит, что на самом деле сванга значит Харикатха Кришны, Харикатха Читани Махапрабху, Шри Читани Вани. Она не отлична от самого Шри Читани Махапрабху. Санга, это значит сам Шри Кришна. Упанго, упанго means sub-limbs.
Упанга значит. What do you mean by that? All the teachings буквально значит, что все учение, которое дано Шри Чайтанья Махапрабху. Кришна Варна Тиша Кривна is already in Bhagavatam written about Chaitanya Mahaprabhu. About Chaitanya Mahaprabhu is Кришна Варнам, Кришна Варна, Кришна Варнам, Тиша Кришнам, Шанго Панго Астапарсадам. Шанго. Упанго. And you know, upango mean all you know. Sango pango, sango, angayolus pango, and parshadam. And the teachings of Chaitanya Mahaprabhu is astro, you know, weapon. Sango pango astro parshadam, astro. Parshadam mean. Those who are established in the teaching of Chaitanya Mahaprabhu, they actually parshad. И вот так кто такие паршады, спутники Шри Чайтанья Махапрабху, это те, кто утвердились в учении Шри Чайтанья Махапрабху. Их можно назвать паршадами, спутниками, иначе. Другими словами, я могу сказать, что те, кто исполняет желание сердца Шри Чайтанья Махапрабху, они тоже спутники, вечные спутники Шри Чайтанья Махапрабху. Those who are parsha, they are going to implement the heart of Chaitanya. Те, кто исполняют желание сердца Шри Чайтанья Махапрабху, они зовутся гуру паршадами настоящими. И таким образом Шрила Прабхупада говорит, что Паратпа Ракхилешвар Шри Кришна Чайтанья Махапрабху, он сам изначально Верховный Господь, но все же он дает нам такой пример, что перед тем, как начать проповедовать, мы должны помнить эту шлоку. Мои друзья, не забывайте об этом. Don't try to forget. That you will have to grow your enduring power. Мы должны развить терпение в нас. You have to suffer. And you have to become humble in the bread of grass. И мы должны стать then and only then, более смиренными, чем травинка, терпеливыми, чем дерево. И только тогда мы сможем проповедовать. И тогда каждое слово, исходящее из наших уст, оно сможет впечатлить тех, кто слушает нас. И Шрила Прабхупада говорит, что я сам пример этого. Когда я пришел в гору Кишордас Бабаджи Махараджа по наставлению Шрилы Сачитананды Бхактивинода Такура, когда я пошел к нему, я увидел огромную непривязанность в его сердце. Он был настолько отречен. Он был настолько не привязан, он не обратил никакого внимания на мое образование, на мое, то, что я происхожу из знаменитой великой семьи, он тоже не обратил на это внимание. И вот когда Гуру Кишордас Бабаджи Махарадж, когда я пришел к нему, я увидел его красоту. It was just like magnet. I was just attracted. Я привлекся его непривязанностью, его отреченностью, его непоколебимой верой в Верховного Господа и все эти качества. И вот эти четыре качества, они Тринада Писуничина, Таврописа Кришнана, мы должны быть более терпеливы, чем дерево. Это практически невозможно, поскольку... Но здесь говорится об этом.
Сначала было написано Шри Чайтанья Махапрабху в своей Шикшаштаке Таро и Васахишнана, что мы должны быть терпеливы, как дерево. Но Атендрия Дас Брамачари, он когда писал Гауди Кандхакару, по-моему, он поменял эти слова, а в то время этот редактор был очень разгневался, они пошли к Шри Прабхупаде жаловаться. То смотрите, этот Атендрия Дас Брамачари, смотрите, изменил слова самого Махапрабху. Он написал, что не таким же терпеливым, как дерево, а более терпеливым, чем дерево. И Шрила Прабхупада сказал, правильно он сказал. И как правильно, да, правильно. Мы не можем поменять его слова. Что пускай, как он написал, так и будет. Это тоже правильно. И вот как, например, I'm not going there, they call me repeatedly. I'm not going because no time actually. So you see. И вот смотрите. Prabhupada speaking is all right. Шрила Прабхупада говорит, это все правильно. Вайшнав, он более терпелив, чем дерево. Я же доказал. Как, например, Харидас Такур Санатан Госвами. О, Харидас Такур, точнее, Санатан Госвами говорит, а он говорил с Харидас Такуром, Харидас Такур, он восхвалял Санатан Госвами, что ты и все твои члены твоей семьи, они могут совершать Кришна-саву во Вриндаване. Сам Махапрабху, он дал вам это служение открыть заново все святые места паломничества, найти подтверждение этому в священных писаниях и составить и утвердить расататву и прочее. И поэтому вы очень удачливы. И вот перед Санатана Госвами Харидас Такур говорит, и вот Санатан Госвами, он говорит, о, Господь, ты лучший из всех спутников. И вот Санатан Госвами говорит Харидас Такуру, что ты лучший среди всех спутников Махапрабху, поскольку Харинам, он превыше всего. Харинам, он больше, чем Хари. И вот Харинам, он больше, чем Хари. Что Хари может делать, не может сделать Харида, Харинам может сделать. Вот смотрите, например, когда строили мост на Шри-Ланку, было море между Индией и Шри-Ланкой, и Харина, и Хануман. Он брал камень, писал на нем «Джай Шри Рам» и кидал в воду, и этот камень, он плавать начинал, он не тонул. И Рамачандра смотрел, улыбался, что он делал. И вот Хануман, он брал большие тяжелые камни, писал на них «Джай Шри Рам» и кидал в океан. И этот камень, он плавал, не тонул, и до сих пор, если мы посмотрим, например, со спутника, то Сетубандха называется это место. То есть сверху видно, что там мост был, обрушился. Что теперь этот, те камни, которые раньше плавали на поверхности, они утонули и лежат на морском дне в виде моста. И вот когда Рамачандра вместе со своими спутниками, он пошел, он отправился на Шри-Ланку, и когда возвращался, Самудра, океан, божество океана, оно попросило
Рамачанду, чтобы он разрушил мост. И вот так по просьбе Самудры Рамачанда разрушил этот мост, и он утонул. И до сегодняшнего дня можно видеть остатки этого моста, они на дне морском лежат. И вот это подтверждение тому, что Харинам он даже больше, чем сам Шри Хари. But you cannot get excuse day by day if you go on doing Harinam. И вот если мы день за днем всем сердцем будем повторять святые имена Господа, звать Его, молиться лотосным стопам Харинама Прабху, то в один или другой день Харинам Прабху он прольет на нас свою милость, но и так вы несомненно обретете результат, но не теряйте терпения. Большинство людей, они очень нетерпеливы, повторяют какое-то время Харинам и надоедает им и все бросают. Но Вишванат Чакравати Пад говорит: о, люди, вы не знаете. Смотрите, если вы видите, somebody find you человек, in this condition, человека в наручниках, and asking, wait, I'm going to cut. И вот и вы хотите помочь этому человеку, берете ножовку и пытаетесь перепилить его наручники. When half cutting done, и когда половина уже перепилена, то человек уж такой нетерпеливый, что говорит, хватит, надоело, ничего не получается и прочее. Вот Вишванат Чакравати пример приводит до тех пор, пока ваши материальные оковы, они не раз... вы не избавились от них полностью, то это, как сказать, боль, это без... эти страдания, они все равно действуют на вас. Баджан значит это полное терпение, и в тот день, когда вы потеряете свое терпение, вы потеряете все. Нужно ждать и терпеть, пока эти материальные ковы они сами не спадут с нас. И вот Харинам он более могущественный, чем Хари. И вот Санатан говорит: о, Харидас Такур, ты намачарья, ты лучший среди всех спутников Шри Чайтанья Махапрабху, ты намачарья, а имя Верховного Господа, но превыше всего. И поскольку ты повторяешь лакхи святых имен, ты лучший из всех. И Махапрабху дал тебе имя намачарья. Мы не можем сравнивать тебя ни с кем. Ты лучший из всех намачарья. И в то время Санатан Госвами сказал очень важные слова. И вот Санатан Госвами, он сказал: и вот он на Бенгале сказал эти слова, что мы видим, что кто-то так много помнит, он очень сведущий в писаниях священных, но сам ничего не делает. Он может говорить часы за часами, но не может ничего делать из того, что он говорит, но красиво говорит только. А кто-то наоборот. Он все делает, но не может говорить об этом. То есть кто-то вот следует полностью учению Шри Чайтанья Махапрабху, но не проповедует. И он сам в своей жизни он практикует, но не проповедует. И вот Санатан Госвами говорит, кто-то... То есть... somebody who is going to preach, not. А еще есть такие, которые только проповедуют, но сами ничего не делают. Not good. Это плохо. Ачар коре кого на коре пучар. Ачар коре кого. But you are both doing. Но ты делаешь все. You are acharing the topmost. И проповедующий, являющий идеальный пример, и знаешь все.
и говоришь об этом. Что ты делаешь все, ты и трилака харинам повторяешь, и говоришь о славе харинама, и практикуешь. Твои слова, они расходятся с твоим делом. И вот Харидас Таку, он в пожилом возрасте, он перестал есть. Говинда приносил ему просад, но Харидас Таку сказал, что я не могу сегодня принять просад. Почему? Что случилось, что я не закончил свой обетованное число кругов? Сказал, что он говорит, что пока я не закончу повторять харинам, я не могу ничего есть. Вот, оставь там просад, я приду. Но Харидас Таку сказал, что ты поставив там просад, я выражу ему почтение и приму одну рисинку, и дальше буду повторять святые имена. И вот смотрите, такой пример. Если мы будем следовать такому примеру, как Харидас Такур, этот такой ачар, он доведет нас до самого Шри Кришны. You cannot get the honor of Krishna. Krishna is ready to sell himself in front of you. Krishna, он готов. When you are going to sell yourself. Отдать себя нам только тогда, когда мы сами готовы посвятить себя полностью Шри Кришне. И вот в день явления Адвайты Гасай я обычно говорю об этом. Туласи йол матрена жалосса жару кемрава викрити сватманам. This sloka I discussed. Адвайта Гасай is a famous day. Very nice. In Santipur, Bengali. Noon time may go there, afternoon time maybe here. So Krishna like to sell. Many times you can go to Chaitanya Jhagava, Chaitanya Jhagava. И вот Читания Бхагавати, в Читании Читамрити также говорится, что Кришна, он готов. I am already sold to you. If you like to sell что Кришна, если мы полностью предадимся Шри Кришне, то Кришна, он откроет себя нам. You can sell me anywhere, even I. This is the condition of a Tidandi, I mean actual Tidandi. И вот это who is going to get total thing and heart. If nothing is there in your deposit, what you can distribute? You like to distribute some money? You don't have money yourself. То есть, прежде чем проповедовать, мы должны иметь это чувство в нашем сердце. If you like to distribute, you know, rice, you must have rice. То есть, например, если мы хотим раздавать рис, например, и еще что-то, у нас должно это быть. И также перед, поскольку вот орден саньяс, значит, это проповедовать, это что-то распространять. Если вот в саньясе нет божественной любви, то что толку от его проповеди? И вот Шрила Прабхупада говорит, смотрите, Тарварупи Сахишнана, эти слова не полностью совершенны, то, что мы должны быть более терпеливы, чем дерево. И пример этому Харидас Таку, смотрите, его били на 22 базарных площадях, но Харидас Таку молился, что они не ведут, что творят. И, о Господь, прости их, чтобы спаси их, чтобы они не получили никакого наказания, они, может, причиняют мне боль, но это пойдет. И моя просьба, о Господь, освободи их. И вот моя просьба сейчас такова. А три
Подобно тому, как дерево, оно никогда ничего не просит. Даже если его не поливать там целый месяц, то дерево не будет возмущаться, что вы пришли к нему и не поливаете. А если кто-то пилит или рубит ветки дерева, то это дерево, если тот же человек придет отдохнуть под тенью этого дерева, то дерево не будет возмущаться, что он только что рубил его ветки, а сейчас еще и отдыхать пришел под тенью дерева. Дерево не будет выгонять его. Если кто-то голоден, например, может взять плоды с дерева, и дерево дает это и не возмущается. И не выражает никакого неудовлетворения. Но Шрила Прабхупад говорит, что вайшнав, он больше, чем... У него больше терпения, чем у дерева, поскольку... Если это дерево... Но смотрите, это дерево не будет молиться о нашем благе. Дерево не будет молиться Шри Кришне, чтобы он спас тех людей, которые причиняют ему вред. Но вайшнава, подобно Хадастакову, он может вести себя так. Смотрите, его били на 22 базарных площадях. Он практически умирал, но все же он молился о благо этих палачей, что они не знают, что творят. Они совершают оскорбления, но все же прости их. Это моя просьба. И вот дерево, оно не может возносить такие молитвы. И это такое положительное... Положительное качество вайшнава. И поэтому вайшнава, они более терпеливы, чем дерево. Как подобный Иисусу Христу, когда его хотели распять, то он... то он все равно молил Господа простить его палачей. И также внешне по качествам Иисуса Христа можно видеть, что у него все качества вайшнава присутствуют, поскольку если бы он не был вайшнавом, то нельзя было бы ожидать от него такого поведения. И кроме вайшнава никто не может молиться Господу таким образом. Хотя внешне, может, у него ни тилака нету, ни ганхимана, ни на вайшнава не похож, но по его качествам мы можем найти, как, например, у Шрилы Бхактивинода Тхакура тилака и малы мы не всегда можно было увидеть, и поэтому это какой-то Сваруп Дас Баба неосознанно оскорбил его и получил наказание за это. И потом, когда он осознал, что Бхактивинода Тхакура, он вечный спутник Шри Чайтаньи Махапрабху, он осознал свою ошибку и начал молить о прощении. И вот Шрила Прабхупад говорит своим ученикам, что перед тем, как отправиться на проповедь, мы должны помнить третью шлоку. Третью шлоку Шри Чайтаньи Махапрабху. И вот, и когда вы проповедуете, вы должны помнить и не забывать о вашем. О том, кто вы есть на самом деле, поскольку в тот момент, когда вы потеряете вашу связь с Гуру Варгой и с Панчататвой, вы умрете. Не пытайтесь, не забывайте, что ваша единственная обязанность служить Шри Чайтанья Махапрабху. Не забывайте об этом, если вы забудете, вся ваша проповедь, она станет бесполезной. Поскольку если ради проповеди вы ездите туда и сюда, то любая ситуация может какая-то плачевная или радостная, но так или иначе для вас нет разницы, поскольку вы не надеетесь.
что-то получить, нет. You have no expectation. У нас не должно быть никаких... A charitable doctor, Vaidya, he is going to treat person. Никаких... He is going to cut some limb. It is already, you know, gone out of order. So it can develop cancer. So, Vaidya says, наших... От нашей проповеди подумать тому, как доктор, какой-то доктор, если, например, хирург, нужно удалить какой-то орган, скажем, или еще что-то, то он должен без сожаления это удалить ради блага всего тела. И вот один из примеров я вижу, видел в своей жизни, какой-то брахмачари был положен в госпиталь эксмиссии, он малярией страдал. Sister coming, actually you become very angry with him. Why? Doctor give me order to give. So it is my duty. He never she's not angry at all. Because before coming to the service, Brahmachari resolution. One patient maybe mental person. Был слишком, как сказать, нетерпелив, и когда ему хотели сделать укол от этой малярии, он. Do any kind of treatment. Как сказать? The sister, they bound to be. Он, в общем, очень дрыгался, что пнул медсестру, медсестра отлетела, упала на пол, но эта медсестра не разгневалась, поскольку она попросила прощения и опять попыталась сделать ему укол, поскольку перед тем, как взять на себя работу медсестры, она... как сказать, решилась, но она приняла такое, приняла, она знала, что пациенты, некоторые больные бывают, некоторые дрыгаются, некоторые пнуть могут, некоторые еще какие что-то могут сделать, но, несмотря на это, она должна их лечить, и поэтому она не обиделась на этого брахмачари, который ее пнул. So Prabhupada giving instruction to them. Oh my friends, my brothers. Мои друзья. Actually, the moment you forget your identity. Тот момент, когда мы забудем о том, кто мы есть на самом деле, мы потеряем все. И под руководством нашей Гуру Варги. Все учение Чайтаньи Махапрабху мы не несем его подобно лекарству. Мы пытаемся донести ее. Be careful! Don't forget. До всех обусловлений души. Don't forget the case of Tirandi Bhikshu from Bhagavatam. What kind of patience he was there? With that Tirandi Bhikshu, oh my God! Everybody. Мы должны помнить его пример. Смотрите, он очень много страдал. Его выгоняли отсюда, забирали все его вещи. Making urine on body. Oh my God! Даже испражнялись на него, но. Этот Тридянди Саньяси, он все равно не терял терпения. Then some naughty boy came making urine on the plate. Даже когда этот Тридянди Саньяси, он весь день много-много дней не ел, и вот наконец-то ему удалось собрать какой-то рис, приготовить его. И когда он это предлагал Господу, то пришли какие-то там, как сказать, хулиганы и написали в его еду, которую он подносил Господу. Но, видя это, Тридянди Бхикшу, он не разгневался. Он подумал, что, возможно, из-за того, что я так себе вел по отношению к другим, теперь мне такое воздаяние пришло. That actually, Vaidik Vidya was speaking, oh Jagannath Misho, why you become angry with that small boy? Maybe today it is an arrangement, it is the arrangement of Krishna today. I cannot take prasadam. Maybe it is the arrangement of Krishna. I can take some fruits, everything.
И вот когда в доме Джагнат Камишки пришел какой-то саньяси, у которого был обед, что он не может есть чужих рук, только он сам лично должен готовить для себя. И Джагнат Мишка, он приготовил все, чтобы этот саньяси приготовил все, начал предлагать Шри Кришне, и тут Гопал, это Махапрабху, он пришел и съел то, что предлагал ему этот саньяси. Потом второй раз случилось, и когда Джагнат Мишра, он сказал, что давайте еще раз я приготовлю все, 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 все продукты, которые нужно заново приготовить, то это тогда Дибикшу сказал, что не гневайся, возможно, это желание Верховного Господа, чтобы я постился сегодня. Но Джагнат Мишра все равно настоял на этом. И когда этот саньяси третий раз предлагал пищу Господу, то Махапрабху опять пришел и съел все, и сказал, ты предлагаешь мне все, то есть ты предлагаешь мне, как же я могу не прийти и не съесть. И тогда этот 3D саньяси понял, что этот Гопал, он сам Верховный Господь. He cannot speak anymore. How possible a small boy, 16, speaking so nicely? He cannot explain properly. Because they, Jaitanma already shown, some frauds are there. Some kind of frauds are there. Bhagno Krom, Viruddhamati. Fraud, even name of this fraud. Bhagno Krom. When a break in, you know, и вот следующее is broken. Bhagno Krom, Viruddhamati. You know, four kind of mistake. Then all small boys, those who are sitting in front of Mahaprabhu, they all laugh. Don't laugh. Don't laugh. Actually, you are so big, Pandit. In the world, we cannot find such a big pandit like you. You are speaking like wind. You are making sort of like wind. Следующий случай, когда Дигвиджай пандит пришел. Big writer, they also making some mistakes. Махапрабху и хотел его переспорить в чем-то, то когда он начал произносить стихи во славу Ганге. Он это делал по милости Сарасвати, то Махапрабху нашел несколько ошибок в его поэзии. Это Дигвиджая пандит, он был очень удивлен, что я говорю подобную ветру, как можно было это вообще, может, услышать можно было бы, но как это запомнить, еще все ошибки перечислить, как это возможно. И Махапрабху сказал, что смотри, ты по милости Сарасвати, ты можешь так сочинять быстро и произносить, то я еще по чьей-то милости могу все запоминать. I like to hear so many things from you. I am a small boy. I know nothing. Actually, you are actually color backer and you are a small boy. You are teaching color. How you can know the glory of my stotra? That's why I am speaking. I am very small. I know nothing. I have not gone through, you know, big, you know, anupras, adi. No, I don't know actually. That's why I am speaking. I heard something. I am not, actually, I am backer and I am a very small boy. I'm going to teach them background. I cannot explain properly. I don't know even background properly. Mahaprabhu is his humble mood speaking. You are right. И вот Махапрабху сказал этому Дигвиджай пандиту, чтобы завтра он приходил, можно еще раз завтра поспорить. That's why I find, is it good, right or not? Yes, you are right. Four mistakes.
И вот когда он перечислил эти четыре ошибки, то Дигвиджай Пандит, он согласился с этим, что да, действительно, вот когда Дигвиджай отправился домой, он совершал свой баджан весь день, не спал, а молился о Сарасвати. I can do bhajan of Saraswati. I can ask him, ask sir, why you are insulting in front of that small boy? И вот так он молился. Сарасвати, что почему этот маленький мальчик, он смог найти четыре ошибки в моем произведении, разве это твоя милость такова? И вот Сарасвати, она явилась к нему во сне и сказала, что он не просто какой-то мальчик, он мой Господь. I become dumb and deaf. Что перед ним я теряю свою силу, и поэтому он смог переспорить тебя и найти ошибки в твоем произведении. Баги саджасса бадане, лакшми саджасса табакшасни. Actually, лакшми is there. В мантре Нисингхадеви говорится, что вагиша, иша means стрилинго, значит, что богиня Сарасвати, она пребывает в его устах, а Лакшми на его груди. И что же она может делать, если сам Господь, он находится там? И вот с утра Дигвиджай Пандит пошел, предложил свои полные поклоны Махапрабху и попросил прощения за свою дерзость. И вот где же? И вот везде, где? И после того, как Махапрабху принял саньяс и отправился на проповедь, то for preaching, Mahaprabhu applying this formula. Very sweet language, very sweet mood, humble mood. Those who are actually pandit, you can try to understand. Those who are really pandit, те, кто настоящие пандиты, you can go through their lives, можно изучать их жизни и увидеть, что они действительно смиренны. Может быть, они получают уважение со всего мира, но у них есть подлинное смирение. Это одно из качеств настоящих пандитов. Как Сиддхартха Госвами Махарадж, посмотрите на его жизнь. Мы все чувствовали, что он должен, Шрила Прабхупада говорил, что он должен проповедовать на Западе, но Шридхар Махарадж не чувствовал себя достойным. This humble mood is the first thing for preaching. И вот чувство смирения — это главное для проповеди. И Шрила Прабхупада просил своих учеников, к которым он относился как Гуру Ваги. Он говорил, что вы не должны забывать, зачем вы отправились туда. И в тот момент, когда вы забудете об этом, вы потеряете все. Пока у вас есть связь с Гуру Вагой, то вы сможете говорить их слова. Поскольку если вы так молитесь Гуру Варге, то вы обретаете и помните о них, то вы получаете связь с тем высшим миром. И тогда через вас они смогут говорить. И Шрила Прабхупада говорит, что мы должны помнить, что мой Гурудев Парамахамса Шрешта Шрила Гуру Кишурдас Бабаджи Махарадж, он привлек меня своими божественными качествами. Я увидел всю красоту. Я никогда не смогу забыть его величие, его красоты. И таким образом мой Гурудев явил эти все великолепные качества, которые подобно магниту привлекли меня, и я был вынужден
привлечь его великими качествами. И вот мой Гурудев дал мне такое наставление о Прабху. Следуй учению Шри Чайтанья Махапрабху и проповедуй. И это моя обязанность донести до вас эти же слова, которые дал мне мой Гурудев. And when you are going here and there for preaching, и когда мы проповедуем здесь и там, somewhere you can get big honor, то в каком-то месте нас очень уважают, восхищаются нами, а в другом месте могут оскорбить. All the same. И мы должны относиться одинаково к этому, как Тридданди Бикшу. You should not lose your temperament. Мы не должны терять наше терпение. And especially those who are going to foreign countries. Особенно для тех, кто проповедует на Западе, будьте внимательны. Это очень, как сказать, развитые страны в материальном плане. Шрила Прабхупада говорит, в материальном плане эти страны обычно очень развиты. How we can expect that you can catch their attention? И как можно ожидать, что вы сможете захватить их внимание? Provided you are not having these kind of nice qualities. Если у вас единственное, что вы должны делать, это вы должны говорить о абсолютной истине, но не для того, чтобы ради количества пожертвовать качеством, это мы не должны делать это. Но то есть мы, прежде всего, мы должны придерживаться качества, а не гнаться за количеством. И вот если мы научным образом сможем представить учение Шри Чайтанья Махапрабху, то вы увидите, что они примут это. И сейчас мы видим в каких-то областях то, что западные преданные не превосходят индийских. And any kind of situation you meet, you must think is the arrangement of Krishna. Если вы встречаетесь с какой-либо ситуацией, вы должны знать, что это все происходит по милости Кришны. Если вас слишком уважают или оскорбляют, это не должно задевать вас, поскольку у вас есть связь с нашей Гуру Варгой. О, мои друзья, те, кто проповедует, у меня есть просьба к вам. Не забывайте эти две слоки, вы должны помнить их. И какие эти слоки? Вот эти слоки. Что наш муж прямой или косвенный, это Шри Кришна. We like to gain the love of Krishna. We like to love Krishna. Любить Кришну. И мы не должны забывать о Кришне. И наша просьба к Йога Майе. Поскольку Йога Майя. Если мы не будем молиться лотосным стопам Йога Майя, мы не сможем обрести силы. И Шрила Бхактивинода Тхакур, он написал киртан в честь Йога Майя. Вот этот Куладев Йога Майя. Сунечи агам веде махима тумар, Шри Кришна вимукха дари, карао сансар, Шри Кришна санмукха жар, бхагга каме хай, таре мукти дия каро асака бхай. Их йогамая кипа is not there, кула деви йогамая. Нету у нас с нами милости йогамая, то как мы можем продвигаться вперед? Йога Майя – это наше семейное божество такое, Кула Деви. Даже гопи, они поклоняются Йога Майя. Йога Майя значит, она может
Даровать нам нашу связь с Шри Кришной, привязанность к Шри Кришне, а Махамая, она же в форме Махамаи, она может разорвать нашу связь с Шри Кришной. Все происходит по из-за влияния Йогамаи. Какие-то материальные люди спорят, как это Радхарани может с Кусум Саровара до Радакунды, и потом до еще до куда дойти, это целый весь день займет. Но все это делается с помощью йога майя. До этого я говорил. Но в предыдущий раз я говорил, что логическое понимание, оно не может стоять на пути к абсолютной истине. There you see actually how possible Radharani coming here and then. Вот Махараджа раньше объяснял, как это Радхарани получается у нее быть во многих местах практически одновременно. Но смотрите, это время, место и материя. Там время, пространство и материя. Вот эта теория относительности, она относится только к этому материальному миру. Но в том трансцендентном мире на Галоке Вриндаване это не так. Любое то есть там все действует в интересах Кришналилы, им не нужно смотреть, сколько времени, что сейчас 11, и надо там быть быстро в другом месте, это все делает йогамайя и участникам Кришналилы, им не нужно думать о том, как переместиться с Радакунды на Сурьякунду или еще куда-то. Они это все делает йогамайя за них. И все делается с помощью йогамайя. Но какие-то люди спорят, что как это возможно, что мы там были, тут целый там день ехать туда надо. А когда Радхарани возможно за какие-то минуты переместиться, и вот время, место, обстоятельства и прочее, все going to contribute, anything and everything going to contribute in favor of в то все происходит в духовном мире ради Кришналилы. So we are bound to pay и мы вынуждены to pay to Yogamaya. Молиться ради милости, это Йогамайя, по чьей милости все происходит. И поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур, он пишет, он написал такой киртан в честь Махамайи. Those gopikas, they are also praying. Они молятся. Они смотрели сами гопи, но они молятся йогамай. Still they are praying. Katta yani maha maye maha yogin nadiswari nanda gopa sadam devi poti me krute namaha. These are ultimate goal. So external beauty, except, you know, I already told. I can discuss next day. Third session, I can discuss this point. Mahaprabhu speaking this point. И вот Махапрабху говорит. Стринам, Вишайнам опи. Don't try to find any shape and design. Oh, that lady is very nice. Не должны. Idiot number one. То есть мы должны видеть суть вещей, а не их внешнюю форму. Very nicely speaking. If you understand the meaning, you can go mad. Nadi stamvaro nadi desham
Hey man, try to think over and again. Is the made of blood and flesh useless? You know, don't try to go there. Manasi bijinta over again and over again. You try to think over this point is nothing but you know construction of blood and flesh and calcium phosphate bond. Nothing. И вот Шанкарачарья в своей Говинда этой... И вот Шанкарачарья описывает в своих стихах, что из себя представляет материальное тело. То есть просто, как сказать, комбинация пяти элементов. I think you bring the knife. I'm standing here. You cut and throw. I have nothing. I am not going to lose my temperament. But I know they are actually present. Disease actually. If I fight with them, it's there. But sometimes I have to speak heavily. This is my duty. How I can discard. But they are speaking this way. Okay, nice. Still I'm very happy. So you see, you must remember this point. Don't forget. Shankaracharya was speaking this way. Nari stano varo, nari stano varo navidesham, drishtova manga mohavesham, etad manso vasadi vikaram, manasi vichintayo varam varam. If you want to develop detachment, и вот если вы хотите развить непривязанность, мы должны видеть суть вещей, а не их внешнюю форму. И поэтому Махапрабху говорит, если мы будем обращать внимание на внешнюю форму людей, они... и привязываться к ним. Very dangerous. Don't come in front of a Vishaya material people. То есть мы не должны общаться с наслажденцами. Наслажденцами это. I cannot come in front of Matajis. I cannot speak Harikatha. Приведет нас к этим же материальным желаниям, как и у них. So I have to discuss this point. Very nice point. Actually, Chaitanya Mahaprabhu speaking. И вот Чайтанья Махапрабху говорит, что мы не должны забывать эти. А вот Шрила Прабхупада, видимо, говорит, мы не должны забывать вот эти две шлоки. It is your duty. It is your motto, right? Это наш девиз, и почему мы забываем его? Если мы отправляемся на проповедь, то мы должны помнить. Много раз я говорил уже во время явления Шрилы Прабхупады, я могу сказать еще раз, что когда явился Шрила Прабхупад, то все остальные ачарьи, они, как сказать, они были затменены его величием и сиянием. Ачарья Шиб значит проповедь, прачар. Если человек не действует своим, не показывает своим собственным примером, что он может проповедовать, и Шрила Прабхупад говорит, до тех пор, пока у меня нету, я... То есть Сиддханта Шрилы Прабхупады было такого, что он, если он не может ничего дать людям, то он не мог ничего принять от них. То есть он был, например, в доме одного какого-то местного царя.
А там ему за эти местные пандиты запретили говорить харикатху, то Шрила Прабхупада три дня постился и ни капли воды, ни еды не принял в его доме. То есть если его пригласили говорить харикатху, потом начали возмущаться и не дали, произойти харикатхи от Шрилы Прабхупады, то Шрила Прабхупада постился три дня, и ему предлагали махапрасад из золотой тарелки, но Шрила Прабхупада брал только туласи оттуда и все. И ни капли воды, ни еды не принимал. Это один из главных принципов Гаудии. И те, кто не будут ему следовать, они не смогут стать успешными и воплотить учение Шичитани Махапрабху в своей жизни. Мы должны полностью следовать учению Кришна Читани и Шрилы Прабхупады. Все, кто приходили к Шриле Прабхупаде, их сердце, оно таяло. И вот один из главных пандитов того времени, тот, кто основал Бенарас Хинди университет, Бенарасский хинду университет, и вот когда он пришел к Шриле Прабхупаде, он сказал, что за всю свою жизнь я ни перед кем не преклонил свою голову, но мне уже сколько лет, уже очень, так сказать, стар, но как только я увидел этого Махапуруша, Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати, моя голова, она сама преклонилась перед ним. И вот я знаю славу Шрилы Прабхупады, даже никакие полубоги не могут сравниться с ним в его величии. Только по милости Шрилы Прабхупады мы можем проповедовать Гаудия Даршан. Шрила Бхактивиданта Свами Махарадж проповедовал только благодаря милости Шрилы Прабхупады. Проповедь, значит, что значит проповедь? Проповедь не значит прийти и говорить о чем-то, либо собирать деньги, либо говорить о какой-то сухой философии. Нет, если я не могу своим собственным поведением произвести впечатление на вашу жизнь, то моя проповедь, она обречена на провал. И вот день ухода Джайдева Госвами будет 26-го или 25-го, по-моему. И вот проповедь — это не шутки. What kind of power should be there with you? What kind of power should be there with you? What kind of resolution should be there with you? И какая решимость, какая сила должна быть у нас, чтобы мы были успешны на пути проповеди, иначе поток майи, он может снести нас на этом пути проповеди. Это не так просто. Мы должны говорить об абсолютной истине, и проповедь, она может совершаться кем? Шрила Прабхупада говорит, те, кто могут помнить. Asasanga tagi Vishnavachar, or how Mahaprabhu exhibited everything, how preaching was done. Chaitanya Mahaprabhu himself, each and every time, be it in Varanasi, I can also discuss this point. When Varanasi, Mahaprabhu wanted to inculcate this point, bhakti cult,
И вот Махапрабху, когда он был в Варанаси, он хотел утвердить культ бхакти в Варанаси, то эти саньяси майвади, они удивились, что он сел на какое-то непочетное место, что мы видим, что ты сияешь подобно Господу Нараяне. И поэтому приходи сюда к нам. Почему ты сидишь в таком непочетном месте? И вот они взяли, усадили Махапрабху на почетное место. И Махапрабху после начал, как сказать, являть сияние Брахмана, он начал сиять подобно Брахману. Он сиял подобно тысячи солнц, но все же это свет, он был такой не горячий свет. И Пракашананда Сарасвати, он пришел и спросил, почему же ты сидишь в таком месте, пойдем к нам. И вот они спрашивают, что, говорят, у нас есть вопрос, почему ты не слушаешь Веданту? И Махапрабху говорит, что у меня нет права изучать Веданту. Я не образован, глуп. Мой Гурудев сказал, что у меня нет права изучать Веданту. Надо просто повторять святые имена. И смотрите, какое умонастроение у Махапрабху было, оно великолепно. Везде, в Удупи и в прочих местах, и тот преданный, который совершал Рамбаджан. И вот когда Махапрабху, какой-то преданный Рамы, пригласил к себе домой на прасад, то Махапрабху спросил, уже три часа, почему ты еще не готовишься? Этот Рама, как сказать, этот преданный Рама начал рассказывать, что он был настолько поглощен в свой Рама Баджан, что он сказал, что, ну, в общем, он был слишком поглощен в Рамабаджан и ничего не приготовил для Махапрабху, но Махапрабху был доволен его чувством. И вот если мы сможем следовать Чайтанья Махапрабху и его настоящим последователем, тогда, несомненно, мы станем успешными, мы очень удачливы, мы находимся в этой парампаре. Но... И так, таким образом, Шрила Прабхупад говорит, вот эти, мы должны помнить эти две шлоки, первое, Прокатай недугая Вриндавана Ванипате. И третье, вот это. И какое же умонастроение Шрилы Прабхупады, поскольку до тех пор, пока мы не поймем его желание, мы не сможем стать проповедником Гаудия Матха. Что такое Юкта Вайрагья, которое показано Шрилой Прабхупадой, такая сбалансированная и гармоничная отреченность Вайрагья, которая показана Шрилой Прабхупадой. И когда мы сможем следовать всему этому, мы сможем стать настоящими проповедниками. Demand, I can take sannyas also. No problem.
I can take sannyas there. Red clothes, I will, you can do it, you can say red clothes. To prove that I am from Gaudiya Math. И вот Бабаджи Махарадж говорит, что если нужно, я могу одеть шафрановую одежду саньяса, поскольку подобно тому, как в 100 рупий содержится 10 рупий же, так и в Бабаджи Веши уже саньяса содержится, и я ради... Настоящие yes, проповеди могу одеть какой-то костюм, то есть это не повредит меня. То есть вайраги, наша отреченность, она должна быть внутри сердца. И вот на сегодня конец. Следующий Харикатха будет 19-го, Шрилы Шанты Госвами Махараджа день.